А! Куда я что-то перепопал? Я же мультики смотрел. Здравствуй, сын А? мой. Иисус? Это ты? Да. Я хочу тебе дать выбор. Что выбрать? Что выберешь? Пожрать говна или посмотреть видео Флейса? Но легче вопроса нет. Конечно же, пожрать говна. Всем привет, с вами FlaceKidala337, и сегодня мы опять будем проверять реакцию людей на блокстрайке на новый нож. И нет, это видео не потому, что у меня закончилась идея о просмотре хочется, а потому что я ради вас стараюсь, ради любимых подписчиков. Вы знаете, что делать. Ну что ж, сегодня наш новый нож, это наш... Баттерфляй, или как его называют бабочка. Вот, вы его видите на экране. Я так долго на него Такой есть у 0% у игроков. И только у меня такого особенного баттерфляй. Сынок, иди кушать. Сейчас, мама. Нож? Опа! Он встал в АФК, можно забрать его нож. Опа! А, бля! Опа! Так, иди сюда. Ух ты, какой красивый нож, бабочка. Его же невозможно получить, как он получил его. Ладно, я у него спищу. Так. О! Ну же! О, все, украл. Теперь надо идти отсюда, пока он не заметил меня. Все. О, так, я вернулся с АФК. Так, я покушал. А где мой нож? Где мой нож? Что за... Эй, где мой нож? Ёб твою мать, у меня украли нож. Что? Тут записка. Хороший нож? Спасибо. Ну, хотя бы так. Где он? Эй, иди сюда, верни мой нож. Мне пришлось опять идти к кальянчику и подарить ему 5 кальянов взамен на керамид колд. Но у меня вообще-то баттерфляй. Ну ладно, давайте искать свою новую жертву. Надеюсь, она не пропадет, мой нож. И ведь я его заклеил. Кстати, вот наша новая жертва. Поздоровайся. По сути, вы желаете купить пакеты по акции? Или что-то типа того? Нет, не надо. Короче, чел, у нас сегодня социальный эксперимент. Ты должен ответить на 3 вопроса. И если ты хоть на один не ответишь правильно... Я буду крутиться на твоем трупе и ставить тиз. Хорошо, задавай вопрос. Так, первый вопрос. Ты гей? Что? Нет. Хорошо, а какое число будет, если факториал будет 3? 27. Наверное. Я сам не знаю. И последний вопрос. Как тебе мой нож? Ну, нормальный нож. Неправильно. Должно быть супер. Класс. Топ. Я же говорил, что буду кататься на трупе. Так, ладно. Давайте поищем новую жертву. Вот нашли его. Ну, здравствуй, щенок. Что? Ты это мне сказал? Да. Оцени мой нож. Хуйня, съебись отсюда нахуй. Эй, ты чего, я же рофлю. Чё ты такой кринжоу, чел? Последний раз спрашиваю, как тебе мой нож? Да лучший, крутой, только уйди отсюда. Ну, спасибо.
Получай, сука. Ты ничего не видел. На этом все. Ролик подошел к концу. Если вы дошли до этого момента, то я вас благодарю, что вы посмотрели все видео. Ну что ж, а на этом все. Всем пока.